Ребятки, всем привет! Сегодня очередной Windows в Казино X. У нас снова провайдер PGSoft. Мы в прошлый раз хорошо его покрутили. Слот понравился, был Midas. Сейчас я, как и говорил, хочу попробовать AdTech, ребят. Снова у нас обрезанный экран, мобильная версия. Но слот интересный, тоже с иксовкой. Но если я не ошибаюсь, я помню, по-моему, здесь 4 у нас скатера с вами. Поэтому ставочка 20, 100 спинов. Мы с вами запускаем. 100 спинчиков. Поехали. Смотрим. Аурим. Прошлый видос в PGSoft. Слот красиво делал. Мог занести лютые бабки, но, к сожалению, как всегда, немножко не доставил. Но было интересно. Залетайте, подписывайтесь на канал, тележку. Тележка в описании канала у нас есть. Давай скатеры ставь. Бонуску нам поставь. Там у нас розыгрыши, анонсы стримов. Ребята, все в тележке. Так что подписывайтесь. Уведомления, кто не хочет, чтобы приходил, у нас есть свой чатик, отключайте. И залетайте, забирайте 200 фриспинов и 200% на депозит. Депать можно с белорусских карточек, поэтому смотрите, кто хочет покрутить данного провайдера или данное казино. Так как здесь есть новые слоты, выходят раньше, чем у нас. Но это кому интересно и кто играет. Как говорится, если просто хотите на халяву что-то получить, такого, ребят, конечно же, не бывает. Ацтек, покажи, пожалуйста, как ты можешь. Ты умеешь красиво делать. Прошлый слот Мидас поставил там что-то 21-22 спином первую бонуску. Ну, та бонуска просто не играла. У нас больше всего играла по линиям. Линиями там хорошие линии были. По 800 рубликов, по пятихаточке пару раз. Как говорится, в данном этом играет иксовка в слоте. Сам провайдер интересный, механика интересная. Я не знаю, кто играл, пишите, что вы думаете по данному провайдеру и по данному видосику, куда пойдем в следующий раз крутить, вертеть с вами. Бля, ну байтов один байт только был. К сожалению, пока у нас с вами был только один байт. Во-первых, хотелось бы посмотреть бонуску, так как в бонуске иксовка сохраняется. Ну, вот второй байт. Дашь? Не дашь, к сожалению. Второй байтик был. У нас с вами сколько? 40 спинов почти позади. Я, наверное, еще один слот от PGSoft запишу к вам. Посмотрим, покрутим, на что следующий слотик способен. У меня еще один интересный слот есть. Давай вилдов. Блин, фишка в том, что это мегавейс. Ты должен ставить вообще шикардосик. Несколько миллионов. Когда захочешь, конечно. Но, видать, сегодня не его день. Не наш день. Не его, не наш. Я в данном слоте 5 скатеров ловил. Но вся фишка в том, что здесь, как вы знаете, скатеры особо большой роли не играют. Если слот хочет навалить, он наваливает сразу. И без ретрижек, без ничего. Блин, ну у нас 2-3 проходки, не больше. Мы не можем даже по иксам вырасти хорошо. Скорее всего, слотик сегодня не хочет играть. Не хотит, вообще слабенько. Ну, вторая проходка, дальше давай. Блин, ну 2-3 проходки и все на этом. Даже нормально вырасти не можем. Ну ты что ты делаешь, а? Подминку плохую ставишь. Бум. Еще играет. Блин, ну это ни о чем, родной. Это вообще слезы. Слезы слезные. Да блин, он до вилды криво ставит. Какой же ты слот. Я тебя так расхвалил. Какой ты мощный, хороший. А ты такой нам ставишь плохо все. Ну, еще один байт. Третий байт. Бля, ну должен поставить. Ну дай. Бля, столько скатеров летит, а когда надо, ты, бля, его не ставишь. Да ну нафиг, ё-моё. Охренеть ты. Демон, блядь.
Ёпт мать, вилдов собака поставил. 400 рублей. Вот собака. Ты бы с иксовкой поставил на x5. Вот такой спин бы. Один спин просто 400 рублей, ребят, понимаете? Это без иксовки. Без иксовки. То есть, что он может с иксовкой, вы понимаете. Вот теперь вы, наверное, поняли. Тем более, в бонуске, если я не ошибаюсь, иксы сохраняются. Ну, четвертый байт. Или пятый уже, я уже сбился, потому что ты ни хрена не ставишь. Ну, бля, ну что это такое, а? Да не дашь ты уже, понятно это. Я вот даже не верю в это, вот серьезно. Если бы хотел бы, сразу поставил бы. Ну, бля, ну байта мы уже, наверное, с вами не дождемся. Скорее всего, это все. Финалочка, как говорится. Как говорится, финалочка. Три спинчика. Ну. Все, ребятки, как-то так. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по этому слотику. Есть шансы, у него нету. А я, скорее всего, запишу еще один видос от Pugasoft'а. Все, ребятки, жду вас на трансляции, на прямом эфире. Вся информация в тележке, тележка в описании канала. Все, ребята, залетайте. Всем спасибо, всем пока.